Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию страной-агрессором. Депутаты украинского парламента проводят в эти минуты внеочередное заседание. Главный вопрос повестки – обострение ситуации в Донбассе. Но подробнее о решениях, которые уже приняты, узнаем у нашего корреспондента Тамары Нерсесян. Она сейчас присоединилась к нам из Киева. Тамара, здравствуйте. Расскажите подробнее о новом заявлении Рады и о том, что еще сегодня обсудили депутаты. Да, Ирина, но вот это заявление, в котором украинские депутаты назвали Россию страной-агрессором, в этом же заявлении они призывают все европейские парламенты и международные организации сделать то же самое, признать Россию страной-агрессором. В заявлении говорится, я цитирую, что Россия ставит под угрозу международный мир и безопасность. Ну давайте посмотрим фрагмент из этого заявления. Верховная Рада признает Российскую Федерацию государством-агрессором и призывает международных партнеров Украины не допустить безнаказанности преступлений против человечества, совершенных с начала российской агрессии против Украины. Верховная Рада просит международных партнеров усилить давление на Россию, в том числе путем введения новых секторальных ограничений, санкций, чтобы остановить российскую агрессию и заставить российское руководство выполнить в полном объеме все пункты минских договоренностей. Народные депутаты продолжают призывать международное сообщество ужесточить санкции против России, в то время как сама Украина эти санкции не поддерживает. Но специалисты объясняют это тем, что на Украине есть очень много людей, которые ездят на заработки в Россию, которые имеют в России бизнес и так далее. Но справедливости ради стоит отметить, что не все народные депутаты Украины сегодня поддержали это заявление, что были депутаты, которые выступали против, правда, им по большей части не давали говорить, освистывали и даже выключали микрофон. Но я предлагаю послушать заявление, которое сделал представитель оппозиционного блока. Признать события на территории Донецкой и Луганской областей реальными военными действиями, которые привели к гибели тысяч украинцев. Провести прямые переговоры с Российской Федерацией о совместных исчерпывающих усилиях по прекращению огня в целях обеспечения мира в Украине. Обратиться к Организации Объединенных Наций по предоставлению миротворческого контингента ООН для обеспечения устойчивого мира и безопасности населения в зоне военных действий. Также Верховная Рада Украины проголосовала сегодня за законопроект, который позволяет ей с представления Совета национальной безопасности и обороны признавать те или иные организации террористическими. Но прежде всего украинские власти, конечно, хотят признать террористическими организациями Донецкую и Луганскую народные республики. Это, я напомню, проект премьер-министра Арсения Яценюка. И сейчас специально созданная группа занимается поиском необходимой для документации для того, чтобы международное сообщество имело хоть какие-то основания для признания ДНР и ЛНР террористическими организациями. Изначально предполагалось, что это внеочередное пленарное заседание будет проводиться по результатам Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло в минувшее воскресенье. А там, я напомню, пришли к выводу, что украинской армии нужно еще больше оружия и военной техники. Соответственно, сегодня Верховная Рада Украины должна поставить вопрос об увеличении оборонного заказа. Также сегодня украинский парламент принял закон, который вводит изменения в закон об очистке власти, таким образом избавляя от этого закона всех офицеров, опытных офицеров и генералов. Народные депутаты пришли к выводу, что если иллюстрировать всех, кто попадает под закон об очистке власти, то и воевать будет некому. Мы продолжаем оставаться здесь, следить за развитием событий, за очередными заявлениями Верховной Рады Украины. Ирина. Спасибо, это была Тамара Нерсесян с последними новостями из Киева.